я считаю, что это человек просто родился для того, чтобы творить. Просто это началось с рождения. Прежде всего это появилось в том, что я заинтересовался живописью, заинтересовался искусством, стал увлекаться, стал смотреть картинки, которые появляются в каких-то журналах еще раньше, потому что не было ничего. Ты постоянно, если в этом находишься, в какой-то художественной среде, ты постоянно этим и подпитываешься. Каждому художнику нужно обязательно видеть больше и насыщаться больше произведениями искусств, которые появляются во всем мире, потому что художник, он все-таки, я считаю, человек мира. Это искусство, оно вечно, и оно окутывает весь наш земной шар. Поэтому черпаешь везде, где можешь. Я очень люблю с женой балет. Я люблю очень горы. Я езжу постоянно, каждый год, несколько раз в горы, и это меня подпитывает, эти вот снежные вершины, эти скалы, эти какие-то расщелья. В общем, это очень все влияет на творчество. Ну, я люблю символизм, реализм, и символизм, он как бы идет в одном ключе, потому что на реалистических пейзажах ты же тоже находишь какие-то символы. Горы — это какое-то непреодолимое препятствие какое-то, да? Это вершина, к которому люди стремятся покорить. Это все символы. Хотя многие говорят, искусство, что у меня романтический реализм, да? Здесь некоторые говорят романтический символизм. Здесь много измов. И конкретно сказать, что это тот вот именно чистый символизм, это нельзя. Когда художник пишет то или иное произведение, это ему доставляет очень большое эмоциональное удовольствие. Удовольствие именно в написании этого произведения. Ты чувствуешь себя как бы вот это вот взаимодействие с краской, с кистью, с полотном. Ты как бы являешься творцом. Бывает иногда интуитивно, ты даже не знаешь, чем, какой краска, она сама интуитивно смешивается и наносится на полотно. Иногда потом по какой-то по истечению какого-то времени смотришь на произведение, думаешь: господи, неужели это я сделал? Потому что, ну, бывают такие моменты, когда ты не осознаешь, что и как. Это просто бывает движет тебя какой-то энергией, какой-то со стороны. Ну, это какой-то вот божественный дар, который снисходит на тебя, и ты его просто воплощаешь в какие-то свои идеи. Но это всем присуще художникам. Без этого никак, без какой-то интуиции, без какого-то рвения, без какой-то энергии, которая тебя клокочет внутри, которую хочешь ее выплеснуть на то или иное произведение. Зачем миру нужно искусство? Да чтобы просто видеть эту красоту. Как говорят, банальная вещь, красота спасет мир, да? Мы пишем для людей, чтобы они увидели наше чувство, которое мы хотим передать посредством своих холстов и красок, мое отношение к окружающей действительности, к окружающей обстановке, к окружающим каким-то предметам, людям, их судьбам. И вот это все, наверное, это самое главное в жизни искусства и в жизни художника.